Здравствуйте, меня зовут Тарасова Ольга Александровна. Я являюсь исполнительным директором клиники Dental Fantasy и Belgravia Dental Studio на проспекте Мира. Сегодня мы покажем вам, как мы обеспечиваем предельную безопасность для пациентов наших клиник. Расскажем вам о том, как происходит процесс стерилизации и дезинфекции инструментов. Давайте пройдем в центральное стерилизационное отделение, где главная медицинская сестра Бахтигозина Юлия Владимировна познакомит нас со всеми процессами. Отработанные инструменты после использования на приеме поступают в центральную стерилизационную для завершающей обработки и стерилизации. Для каждого пациента мы используем свой набор наконечников. При обработке наконечников сначала производится ручная смазка головки наконечника специальным спреем. После этого помещаем наконечники в аппарат Quattrocare для автоматического продувания и смазывания всех каналов. Далее происходит обработка инструментов в ультразвуковой мойке. Время экспозиции мы отсчитываем при помощи таймера. Далее проводим очистку инструментов от загрязнений механическим способом в дезинфицирующем растворе с применением щетки или ёршика. После этого инструменты попадают под проточную воду на 5 минут. Далее прополаскиваем в дистиллированной воде. Инструменты после этого просушиваем на одноразовых полотенцах. Далее проводим постановку диагностических проб. Для этого мы используем раствор азопирама, который помогает определить остатки биологических загрязнений на инструментах, и раствор фенолфталеина, который определяет остатки дезинфицирующего раствора. После указанной экспозиции оцениваем окрашивание нанесенного диагностического раствора. Если цвет нанесенного раствора не изменился, это означает, что инструменты прошли успешную обработку и подлежат стерилизации. Данные проведенных диагностических проб фиксируем в журнале учета качества предстерилизационной обработки. Затем инструменты помещаем в упаковку для стерилизации и отправляем в автоклав. На каждую полку автоклава закладываем индикаторный тест полоски методом конверта у дверцы, у стенки и посередине для того, чтобы оценить, равномерно ли прошел цикл стерилизации в разных частях камеры. Наконечники стерилизуем в автоклаве MilaQuick 12+, в специальной камере в виде стакана. По завершению цикла стерилизации проводим оценку изменений цвета индикатора на упаковке инструмента. Цвет меняется с розового на коричневый. И оцениваем изменение цвета индикаторных тест-полосок на полках. Цвет меняется с красного на темно-коричневый. По завершению цикла стерилизации мы делаем запись в журнале контроля работы автоклава и вклеиваем индикаторные тест-полоски. Стерильные инструменты храним в шкафах, защищая от проникновения пыли и влаги.